Ну вот еще один под Бородянкой. 134-й ходили по полям, определили, что он. Так, два двигателя, все как положено, рассыпало его, конечно, тут по всему полю. Вот, с подъемника со стойки, вон что-то лежит. Упал там яма здоровенная, двигатели, ну двигатели не всегда целые. С шлифтами тут совсем все положено. Вот, расколбасило его, ну это он в воздухе разлетелся, понятное дело. Не весь, потому что там... Это генератор лежит. Вот, гидронасос и все тут как положено. И там две стойки. По стойкам понятно, что это 134. Нос, вон там нос лежит. Белый. Ну, белый это такое. Белый он и на 130-х, и на 135-х. Парашют пилота нашли. Вон он лежит. То есть... Он в чехле даже не раскрылся, это из заголовника выпал. Вот, так что здесь он тоже ось со стойки. Вот это вот. Короче, далее. Салют был хороший. Вот, погорело все тут, вон от движка тоже часть лежит, компрессор. Сейчас пойдем посмотрим. Вот эта стоечка. Ось. Вот, заборник, это тоже есть такое дело, короче, бесславный конец всего, сейчас движок посмотрим.